Совсем маленький сегодня. Ну все, вечером у нас будет вкусный ужин. Уха. Уха. Ну вот, мы позагорали на прекрасном озере Гарда. Осталось у нас еще 2 часа, и мы решили прогуляться по этому городу Сермионе. И заглянем мы в то, что осталось от замка. Рыбки? Какие большие рыбки! Ничего себе! Ну идем в замок, идем. Идем, идем. О, это царская ложа. Это для девочек ложа. А, это принцесситы здесь ходят. Фу, 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 там воняет. Там туалет. В принцессном домике воняет. Я в туалет хочу. Нет, там воняет, сказал папа. Смотри, какое окошко. Здесь широко, а там узко. Чтоб ты мог отсюда луком прицелиться. И вот так. И вот так вот мог целиться по углу стрелой. С этой стороны, потом с этой стороны. Очень даже удобно и практично. Да. Я так думаю, не знаю, это мои предположения. О, какая там башня высокая. Смотрите. Высоченная. Да, пойдем. Пойдем? Да. Давай. Так. Тут опять какая-то площадка. Ага, и лестница наверх. Поднимаемся по этой лестнице наверх. Ой, старый папа устал. Ух ты, красотища. Вот так красотища. Да уж. А здесь? Вау! Ничего себе высота! Можно неплохо нырнуть. Вау! А раньше этого не было? Конечно, не было. Тогда и железа не было, наверное. Вау! А что, хотел быть королем? И говорит ему, атаки! Вперед на эту крепость, вот на ту гору! Взять ее! Ой-ой-ой-ой. Чё, камера не упала. Ладно. О, там внизу маленький принц. Там еще один принц. В своей какой-то принце. Ложе. Что-то там делает. Руки, что ли, моет? Мальчик в видео входит. А, это Рональдо. Хай, Рональдо! Так, судя по тому, что вот там заточили какую-то принцессу с принцем. Вот они там обнимаются в очках. Да. Хай! Ну, современный принц, наверное, и принцесса. Судя по тому, что они там, я думаю, к ним можно подняться. Да, в тюрьме. Можно подняться в эту башню и можно подняться в эту башню. Поднимемся на эти башни? Эй, давай поднимемся на тюрьму. Давай, 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 поднимемся, давай, пошли. Так, спустившись с небес на землю, ищем место, где подняться наверх. В атаку! Галочка, в атаку, в атаку! Мы тоже атаку! Вот это лесенка! О, поднялся! А ну-ка! И что у нас тут? Вот это высота! Всем привет! Привет, привет! Тебе тоже привет! Александру вас приветствует в своем замке. Не забывайте оставить пару сот килограмм золота и свалить отсюда, вот те двери. Хорошим королем я был бы. Какой вид!
Красота. А, то вам не хухры-мухры. Итальянская. И снова подъем по лестнице. Последний рывок. Такой люк. Вот, приветствую. Ого. Ты уже здесь? Да. Маленький принц. Смотри. А ну-ка. Как красиво сейчас. Вау. О, мы там были внизу? Да. Сейчас там другие люди. Ух ты. Ты представляешь, какая красота? Да. Красиво? Да. Нравится? Да. Ого. Ну-ка. Просто нереально. Не можно даже поверить такой. Ребята, едьте в Италию, наслаждайтесь видами. И даже горы. Смотрите. Отсюда, в принципе, можно видеть даже весь городок. Живет же кто-то здесь и радуется, что ему так повезло. О, кстати, там пляж, на котором мы загорали, вот там. Там тоже знаю. Да, там какие-то тоже остатки крепости. Да, плечики. И посмотрим, что там творится. Мы короли! Покажи ему со всех окошек. Давай со всех посмотрим. А то он бедный прыгает, прыгает. Что прыгать ему, когда есть папа? Классно, Тимур? Да, я хочу вниз. Уже вниз? Ну все, Тимур насмотрелся, да? Больше не хочешь смотреть? Да. Опа! Ох, Тимуня! Вот и скажем спасибо этому замку. Порадовал нас красивыми видами, историей, о которой мы ничего не знаем. Пойдем погуляем, посмотрим городок. Да, Танюша? Да. Мы поехали. Кстати, он на электричестве. Никаких выхлопных труб, никакой. И он с мотором. Да, не воняет дымом. Едешь тихонько и смотришь. Гроти ви катулло, рома рунс, джамайка бич. Окей, thank you. Вот там где-то просматривается этот бич. Ямайка бич. Открываем ворота и заходим. Ямайка, Джамайка. Таня, скупаемся на Джамайка бич. Танечка, что ты рвешь? Оливочки? Это оливковое дерево. Видишь, оливки растут, ягодки, смотри. Вот они. Вот ягодки. Смотри, ягодка, на. Это оливковая ягодка. Оливка. Пока нет. Пока нет. Идем вперед, идем к маме. Подходим уже куда-то. Какая-то точка виднеется. Вот, рыбки плавают, греются на солнышке. Делаем шаг. Давай, Томис, купнись полностью, окунись в воду. Молодец. Хорошо? Да, да. Супер, идем дальше. И вот где-то в этом месте уже пляж заканчивается. И... Ну, наверное, там можно пробраться, еще походить. Но не в нашем случае, потому что мы в обуви. Артем, нам скоро идти. Пока Артем плескается, вот здесь наверху вижу развалины старого замка.
старый замок, очень красивый. И мы в него зайдем, вам все. Если у нас хватит времени, мы в него сейчас зайдем. Да, и вам покажем. Нет, в замок мы не сходили. Поднялись на горку, шара. И осталось 20 минут до конца нашей стоянки.